Да. Слушай, не знаю, что ты там продаешь, не куплю. Не-не-не, меня зовут Вито Скалетто, я ищу... А, да, брат Франчески. Она сказала, ты в тюрьме. Я уже вышел, а ты... Муж Франчески, Эрик. Твоей сестры нет дома. Наверное, в магазине или еще где. Я скажу, что ты заходил. Пока. Да, но... Послал же бог родственничка, Мадонна. Вита, ты из тюрьмы сбежал? Черт, как же я рад видеть тебя не в робе и не за решеткой. Добро пожаловать домой. Заходи, заходи. Слушай, столько изменилось с тех пор, как я сел. Да уж, я думаю. И да, фигня, конечно, но я для тебя замутил такую славную квартирку, как ты хотел. Спасибо. А еще у меня сюрприз. Мы празднуем твое возвращение, и я тебя кое-кому представлю. Хороший план. Пока не обустроишься, тебе понадобится деньжата. И ствол у меня для тебя припасен. Лишним не бывает. Вот. Так какие планы, свободный человек? А ты как думал? Хочу снова работать с тобой. Хорошо. Я уж боялся, что тебя там исправят. Нет. Я вообще-то многих узнал и многому научился там, за решеткой. Теперь гораздо лучше понимаю, что к чему. Отлично. Я тут, как ты понимаешь, тоже штанов не протирал. Но ты не бойся. Я тебе все покажу, как всегда. Ладно, так чего мы ждем? Пошли. Боже, я не думал, что ты будешь так бить копытом. Ну ладно, черт с тобой. Пошли, квартирку посмотрим. Возьмем мою тачку и поедем смотреть квартирку. Ты за рулем. Вспоминай и привыкай. Надеюсь, за решеткой ты водить не разучился. Эй, чего ты дергаешься? Это же как на велике. Ну знаешь, если велик раздолбаешь, тебе не платить целую гору за ремонт. Ладно, ладно, я понял. Ворчишь как бабка. Да, очень на это надеюсь. Если ты еще не заметил, машины теперь совсем другие. Увидят. Твоя квартирка дальше по улице, прямо возле променада. Тебе понравится. Что ты вернулся. Я неплохо справлялся, пока тебя не было, но теперь нам сам черт не брат. Генри давно видел? Не, пару лет как не встречал. Он ведь переживал из-за тебя. Так как твои успехи? Когда ты меня навещал, это ж не разговоры были. Ну, после того, как Клемент и этот паршивец Лука пытались нас кинуть, я сошелся с семьей Фальконе и теперь работаю на них. Правда? Ага, вечером увидишь. Я же сказал, у меня для тебя сюрприз. Можешь не спрашивать, все равно не раскалюсь. О, боже. Не бойся, я об этом несколько недель думал. Вот этого я и боюсь. Отлично, мы почти приехали. Тормози тут. Пойди погляди, верхний этаж. Я тебе уже оплатил первый месяц. И, кстати, вход в твой гараж там, в переулке. Спасибо, Джо. Большое спасибо. Да, и насчет сегодня. Пойдем в серьезное место, так что купи костюм. Туда не пустят в виде «я сегодня вышел». Классное место. Ха-ха-ха.
Ну вот она. Уверен, вам понравится. Я сам в такой же квартире живу. Видите, даже телефон есть. Отличное бесплатное дополнение. А это ванная. Чистая и современная. Горячая вода круглые сутки. А это спальня хозяина. А это хозяйская кровать. Очень удобная. И места хватит на двоих. Даже на троих. И она не скрипит. Это безусловный плюс. Надеюсь, вам понравилась ваша квартира, сэр. Есть вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Только один. Когда вы уходите? А теперь, с вашего разрешения, я поеду к следующему клиенту. До свидания. А, пока. О, господи, я уж думал, ты не придешь. Неплохо. Хорошая ткань. Спасибо. Так что с планами на вечер? Все узнаешь. Нас отвезет мой друг. Познакомился с ним, пока ты прохлаждался. Веди себя прилично, он вроде как важный человек. Да ну. Сейчас увидишь. Вот и он. Джо, как дела? Неплохо, неплохо. А это значит, твой дружок? Да, это мой друг Вита. Вита, мой хороший друг Эдди Скарпа. Рад знакомству, Эдди. Взаимно, Вита. Ребятки, я умираю, хочу выпить, поехали. Привет, Вито. Хочешь за руль? Я уже слегка нагрузился. Ну, Джо, ты сказал ему, куда мы едем? Нет, сказал только, что сюрприз. Ну, ему понравится. Да уж, надеюсь. Если только он не испортился в тюряге. Эй, о чем вы тут болтаете? Не бойся, все увидим. Да ладно, можно ему уже и сейчас сказать. Ладно, Вита, поехали. Знаете, было бы здорово, если бы вы сказали, куда. Веди к Ойстербей. Что, Вита, чего тебе больше всего не хватало за решеткой? Свободы. Понятно, а кроме того? Ну, я не знаю. Пьянок, девочек, бейсбола, да всего. Уже теплее. Вы что, на бейсбольный матч меня везете? Нет, Вита, мы везем тебя в лучший бордель в городе. Бордель, а? Ух ты. Вита, да ты что-то не возбудился. Давай. Не говори мне, что после всего этого не хочешь оторваться. Не бойся, Вита, девочки свое дело знают туго. Если ты забыл, что куда, они тебе мигом все поставят. О да, пульнем на славу. Вы это, не давайте мне много пить, кое-что еще надо уладить. Что может быть важнее кисок и выпивки? Ты знаешь, вот бывает. Иногда надо делать то, что надо. Вита, ну что, гони давай, а?
где моя машина? Ее сперли. Зовите копов, вашу мать. Вот алкаша, да вот она. Да? Ну да, ладно. А ключи мои где? Вита поведет, он из нас из всех самый трезвый. В следующий раз больше кисок, меньше пьяных. Так что, Вита, понравилось тебе там? Получше, чем с сосиской в душе развлекаться. Фу, чем это воняет, Эдди? Ты блеванул, что ли? Что? Я в своей машине никогда не блюю. Да что за... Чем тогда смердит в машине? А, ну да, и я унюхал. Наверное, Фрэнки Потс. Он блеванул в твоей машине? Да нет, он в багажнике. Что? Что? А ты сам виноват, Джо. Я тебе сказал, что мне надо кое-что уладить. А ты взял меня и напоил. Эй, с каких это пор кое-что уладить, значит, мертвец в багажнике? Голова, Вита, успокойся, АСП, это что-нибудь придумаем. А что тут думать? Закопаем жмурика и все. Я уже подобрал местечко в старой обсерватории. Лопата есть? Ну да, в багажнике. Яма уже готова. Надо просто его туда сбросить и закопать. Ладно, ладно, и где эта яма? За городом, близко. Надо проехать по лесу до полянки. Яма там. Давай побыстрее. Ого, дышать нечем. Эта чертова вонь меня доконает. Поздновато. О, боже, Эдди, что за вонище? Эй, ну машина-то его. Да, но это вонь. И тут еще та вонь. Уже некуда. Ну, разве что он тут же и нагадит. Мы на месте. Вита, открой багажник. Ты шутишь? Здорово, просто здорово. Мать вашу, новые ботинки. Господи, боже. Бога в душу, мать! Эдди, сколько он тут лежит? Да пару дней. Вита, ты сам его доставай. Вот, блин, здорово. Меня сейчас вывернет. Добро пожаловать, блин, домой. О,
Эй! Ах ты, сука! Эй, вот же яма! Вот она! Бросай туда! Наконец-то, Мадонна! Так, а кто его зароет? Что? Погоди, я сейчас приду в себя. Может, ты сам лучше, а? Каждый раз, когда я его понюхаю, прям плевать тянет. И эти нам тоже не помогут. Ладно, черт с вами. Эй, парни, а хотите музыки, а? Они издеваются. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Мы такого продолжения вечеринки не планировали. Спокойной ночи, Бобби, мне пора. Давненько я в лесу не был. Тебе гораздо меньше понравится лес, когда я тебя лопатой приложу. Вито, не переключай радио, понял? Это Дино. Да вы что, издеваетесь? О боже, бедный Дино. Извини, Вита. Понимаю, не лучшее завершение банкета. Но правда, я у тебя в большом долгу. Машину Эдди оставь тут, он на ней завтра домой поедет. Вита, ты хороший парень. Завтра посидим, поболтаем. Эй, пошли, выпьем. 3 часа ночи! Заткнись, идиот! Заткнись, шлюха. Давай. Эдди, с тебя хватит. Пора поедем. Спать. Ну, ты понял. Я тебе завтра позвоню, Вита. Пока. Какого хрена? Вито, проснись и пой! Господи! О, боже, Мар, ты не ори, а! Голова раскалывается! Прости, Джои. И хватит называть меня Джои! Крыша поехала! Вито, спускайся! Господи, боже!
Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. Ну и ночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет? Ну что ты, подумаешь, труп закопали. Прям мечтал. Выйду и... Да ладно, ты же оторвался с девками. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Что за дела? Заезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Эдди и получаем свою долю. Расплюнуть. Постой-ка. Помнится, меня как-то раз за решетку упекли за такое вот расплюнуть. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай в Риверсайд. Ну, как скажешь. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Привет, блок красных. Вита, подай блок красных. Да, вот его. Вот он, сэр. Всегда пожалуйста. Эй, хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вита, один блок синий. Да, вот его. Есть. Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синих. Думаю, в этот раз мне белое. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Супер! Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита. Дальше в Милвилл. Сегодня все отлично. Мы серьезное бабло срубили. Thank you.
говоришь, Марти, тоже на Эдди работает? Ага, спит и видит. Парню еще и 18 лет. Возит меня, выполняет мелкие поручения, что-то отвозит и меня всякое. Но он думает, он гангстер. Слишком много в кино торчит. Ну, если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончит. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Вот про это я и говорю. В чем дело? Тебе кто-то с утра в кофе рассал. Ты что, забыл, как клево было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? Я же говорил, все как по маслу. Ладно, ты почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки вышел. Ладно, ладно. Может, если следующие несколько часов будут похожи на эти, я все прощу. Вот это наша вида. Так, мы почти что приехали. Блок синих, если можно. Давай блок синих. Отлично, давай. Вот вам, сэр. Всегда пожалуйста. Привет, где блок красных? Лита, блок красных. Что? Тебе что, смешно? Красный давай, ну. Так-то лучше. Что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик 1000. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Черт, черт. Вот. Ну что теперь скажешь? Что я скажу? Вот что я скажу. Давай в машину и валим отсюда. Ладно, давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. Нажми Вита, он уходит. Я сейчас пол продавлю, Джо. Быстрее не будет.
теперь нужно обсудить цели. Ищи ближайшую будку и позвони им. Автобан на Аляску? Нет, ничего, я спешу. Эдди, это Витор. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти бриолинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните! Я 2 куска за грузовик отдал и хочу их назад! Наше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шварью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся. Мы разберемся. Итак, встречаемся со Стивом у входа в бешеную лошадь. Хорошая новость. Он нам поможет. Плохая новость. Эдди требует свои деньги. Все 2 штуки. Черт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся 2 косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив. Знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Эдди рвал и метал в трубку. А то, а я-то какой сейчас бешеный. Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов на 2 куска вытрясу. Я за. Но что это вдруг Стив работает на Эдди? Он человек Дерека, Дерек в команде Винчи. Я тебе что, доктор? Ну ты этот, ты же будешь брать работу у Дерека, да? Несмотря на то, что пашешь на Эдди. Ты будешь... Эй, Стив. Привет. Марти? Ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И, почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата. Ограбили и выбили 3 зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Так что за план? Сначала разнесем тут все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? Это что такое было? Ставим им подарочек. Виту, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей Молотова. Берите и швыряйте внутрь. Ха, с удовольствием, Стив. Теперь пошли в Литейную. Забирайтесь. Встретимся у главных ворот. До встречи.
Как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка, уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Черт, у них пушки. Они попали. Я попробую его обойти. Ты просто Супермен. Я лучше всех. Так, я захожу. Молодец. Ты все, чем меня порадует. Кто-то попал. Важно для тебя, козел. Ладно, Витя, поплыли. Прикрой меня, кричи! Прикрой! Попробуй его обойти сзади! Ну, Питеру! Эй, мне тут помочь надо, ну! Вита, погнали! Следующей пули твое имя! Маме моей не говори. Порядок, скажи. Ой, его. Я так весь день могу. Будь начеку, Вита. Я убил одного. Ничего, слегка зацепил. Слушай, все это как-то совсем уже
Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают? Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений! Эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню эту красоту, Дерек. Встретимся в Соколе. Заметано. Увидимся в баре. Понял.
И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет-нет-нет, на сегодня все. Если что, я вам позвоню. Arrivederci.